Президент Садыр Жапаров Санкт-Петербургта КМШ лидерлерінен бейформал жолығушысына қатышты. Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров бүгін 26 декабрда Санкт-Петербург шарында көзқарандысыз мемлекеттер шеріктестігінен өлкө лидерлерінен бейформал жолығушысына қатышты. Елсин атындағы президенттік кітапханада өзара саламдашудан жана бергелешіп сүретке түшуден кейін өлкө лидерлері бейформал жолығушу залына өтүштү. Россияның президенті Владимир Путин саламдашу сөзінде өлкө башшылары чакырууну кабыл алып, Санкт-Петербургка жаңы жыл алдындагы салттуу расмий эмес жолугушууга келген үчүн барына разычылык билдирди. Казахстанның президенті Касым-Жомарт Токаев 2022 жылы төрағалық кылган мезгилде шеріктештіктен потенциалын чыңдоо боюнча конкреттүү чаралар боюнча анализ жасады. Ал ошондой эле Кыргызстан КМШ-га төрағалық кыла турган келерки жылда президент Садыр Жапаровко чоң ийликтерди каалады. Иш-чарага Азербайджанын президенти Ильхам Алиев, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Беларусьтун президенти Александр Лукашенко, Казахстанын президенти Касым-Жомарт Токаев, Таджикстанын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстанын президенти Сердар Бердымухамедов, Өзбекстанын президенти Шавкат Мирзиёев катышты. КМШ өлкөлөрүндө пикир келишпестиктер бар. Аны өзүбүз чечүүгө аракет кылабыз. КМШ өлкөлөрүнүн ортосунда түшүнбөстүктөр жаралууда, бирок мамлекеттер аны өз алдынча чечүүгө аракет кылып жатат. Бул туурасында Россиянын президенти Владимир Путин билдирди. Ал бүгүн Санкт-Петербургда КМШ өлкөлөрүнүн башчыларынын бейформал жолугушуусун ачып жатып сүйлөгөн. Башкысы биз даярбыз жана кызматташа беребиз. Жада калса кандайдыр бир көйгөйлүү маселе жаралса, аны өз алдыбызча биргеликте. Бири-бирибизге жолдоштук, жардамдарын көрсөтүү жана ортомчулук кылуу менен чечүүгө аракет кылабыз, деди Путин. Ошондой эле ал эл аралык аренадагы чакырыктар жана коркунучтар күчөгөнүн эске салды. Андан соң саммит жабык эшик артында уланды. КМШ-нын мамлекет башчылары узап бараткан жылдын жыйынтыгын чыгарып жатат. Булак Спутник Эжи. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, прежде всего хочу выразить признательность всем вам за то, что вы приняли приглашение и приехали в Санкт-Петербург на традиционную уже неформальную предновогоднюю встречу лидеров стран-участниц Содружества независимых государств. То, что мы еще раз собрались в таком дружеском кругу, на мой взгляд, красноречиво свидетельствует о нашем стремлении и далее сообща выстраивать сотрудничество на пространстве СНГ в духе подлинного стратегического партнерства, взаимной выгоды и учета интересов всех стран. Поэтому предлагаю сегодня вместе подвести итоги работы Содружества независимых государств в 2022 году, поговорить о планах на перспективу и, разумеется, обсудить волнующие нас всех вопросы региональной и международной повестки. В уходящем году многоплановое взаимодействие наших государств развивалось в целом успешно. Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами и Россией со всеми странами СНГ. За январь-октябрь он увеличился на 6,6% до 81,5 миллиарда долларов. И есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов. Все это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны некоторых стран. Страны СНГ стали более активно переходить во взаимных расчетах на национальные валюты. По линии Содружества предпринимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивание совместного промышленного производства и научного потенциала. Как результат, укрепился экономический и финансовый суверенитет государств Содружества. Динамично развивались внутренние рынки товаров, услуг и капиталов. Углубилась региональная интеграция. Еще одним ключевым направлением сотрудничества стран СНГ является поддержание безопасности и стабильности в нашем общем евразийском регионе. К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами и участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать.
И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие. Именно в таком конструктивном ключе страны Содружества взаимодействуют по тематике борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Упомяну, что в этом году плотные оперативные контакты, как и прежде, поддерживались между национальными органами безопасности и спецслужбами, а также другими структурами, отвечающими за обеспечение правопорядка и внутренней стабильности. Следует с удовлетворением констатировать, что сотрудничество государств СНГ охватывает и такую важную сферу, как сохранение единого культурно-гуманитарного пространства, расширение разнообразных обменов между гражданами. Наши народы связывают действительно многое. Общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценностей и традиций. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства. Напомню, что ранее на одном из саммитов мы приняли решение провести в странах Содружества в 2023 году год русского языка. Я хотел бы поблагодарить вас всех за поддержку этой инициативы. Разработана весьма обширная программа мероприятий, направленных на поддержку, сохранение и повышение статуса языка, как языка межнационального общения, на всемирную популяризацию наших достижений в области культуры. Проведение таких мероприятий будет способствовать духовному и культурному взаимообогащению государств СНГ. И в заключение хотел бы вновь выразить уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность. Уважаемые друзья, еще раз благодарю вас за то, что откликнулись на приглашение приехать в Санкт-Петербург. Это было общее желание, мы неоднократно к этому возвращались, но все-таки формально это инициатива России, и я вам благодарен за ее поддержку. Я от души поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам, вашим родным, близким, гражданам ваших стран здоровья, счастья, благополучия и процветания. Благодарю вас за внимание.